Полиции Петербурга сообщили подробности задержания злоумышленников, которые намеревались устроить пикник на знаменитом Медном всаднике, памятнике основателю города Петру Первому. Фотографии произошедшего появились в сети и возмутили всех, кто их увидел. Хулиганы, одному 20 лет, другому 32 года, забрались на статую, затащили туда мангал и мешок с углем. Но вовремя прибыли сотрудники охраны правопорядка, обоих сняли с постамента и доставили в отделение. Специалисты проверят, нет ли на скульптуре повреждений, но штраф заплатить в любом случае придется.